Чё кого, пацаны и девчата, с вами как всегда Марти. Погода сегодня очень жаркая, поэтому я решил поиграть налегке в стиле тактического гопника. И скажу вам заранее, с выбором шмота я не прогадал. Из одежды на мне легкий летний костюм гоп-так, из снаряжения знакомый многим чистрик с подсумками от Force Line и их же поясная сумка, которую в этот раз я надел вместо моего тяжелого варбелта с кучей подсумков. Получилось все очень даже удобно, особенно учитывая жару. Также из новинок у меня обновленная скоуп-камера от Rankam, версия 4К, которая позволяет снимать либо в повышенном разрешении, либо с увеличенной частотой кадров. Об этом я подробно рассказывал в недавнем обзоре новой камеры. Теперь коротко о сценарии. На игре две стороны, желтые и синие. Я играю за синих. Противник занимает центральную часть ангара. Наша задача выбить его и установить там две бомбы. Как только задача будет выполнена, переходим к штурму следующей точки. Мы русские, с нами ВОГ, да? А? Чё? С нами ВОГ. ВОГ пока с нами, потом будет с ними. Итак, бойцов у нас не сильно много, поэтому штурмовать всей толпой в лоб для нас не вариант. Поэтому небольшой группой мы решаем обойти противника через овраг и зайти с тыла. Судя по звукам, ВОГ уже не с нами, а скорее с противником. Нам повезло, противник не выставил здесь ни одного бойца, поэтому мы беспрепятственно вошли в здание и ударили по центру ангара. По центру противника минус, по центру минус. Убит! И пускай всю нашу мобильную группу выкосили, со своей задачей мы справились. Так что, когда я вышел с мертвяка, наши бойцы уже занимали центр ангара. Оборона входит на вторую точку! Все. Первую точку мы взяли довольно быстро, а вот со второй пришлось изрядно повозиться. Опа, походу какая-то нычка. Ща проверим. Пацаны, да я, кажись, в рекламу попал. Ведь спонсор этого видео — GFN.ru. Это облачный сервис, который потянет любые игры на любом устройстве. MacBook, старый ПК, ультрабук или смартфон на Android. Больше не нужно тратить кучу денег на ежегодный апгрейд и заморачиваться с подбором комплектующих. Запускаешь игры через сервер GeForce Now и не паришься. Тут тебе и трассировка лучей, и куча других крутых плюшек, значительно улучшающих качество графики. Причем все игры, которые ты покупал в Steam, Epic и других цифровых магазинах будут доступны и здесь. Не придется тратить лишние деньги. В библиотеке GFN.ru уже больше 500 наименований, и список только растет. Играй в Death Stranding или в Cyberpunk 2077 одновременно со всем миром в ноябре. Для начала можно затестить сервис в базовой версии подписки, которая имеет некоторые ограничения, но бесплатно до конца лета для всех желающих. Однако уверен, вы быстро оцените преимущества сервиса и захотите оформить премиум подписку. Уже сейчас там есть где развернуться. 6-часовые игровые сессии, отсутствие очередей и все передовые технологии в комплекте. А еще ребята раздают ранний доступ к будущим новинкам и подарки от издателей. Например, в июле раздавали доступ в Roach Company. А теперь дарят подписчикам боевой пропуск в новый Battle Royale Hyperscape от Ubisoft с уникальными скинами. Регистрируйся на gfn.ru по моей ссылке в описании, оформляй премиум подписку и получай максимум удовольствия от игр. Погнали! Выдвигаемся на захват следующей точки. Теперь это руины недалеко от нашего ангара. Наша задача — разместить две бомбы в противоположных комнатах здания. Там вот справа кирпичи навалены, такие стенки полуразвалены, вот они за ней будут прятаться. Это самое удобное место.
Как и в прошлый раз, часть бойцов идет в обход, ну а мы прорываемся напрямую. Вот, что там? Собрага! В этот раз противник не стал сидеть на месте, а устроил нам засаду. Минус, минус! Снял одного! Мы слегка оттеснили противника, поэтому я решил сбегать на точку старта, чтобы взять бомбы для их скорой установки. И пошли сразу. Пошли. Открываем. Я пошел. Один убежал налево. Заходим. Есть! Минус один! Противник засел где-то в комнате слева, и его никак не удается выкурить. Я прикрою. Пробегай. Смотри, если ты закроешь вот здесь проход, то я закину налево гранату. Готов заливать? Заливаю этот проход. Есть. Пошли. Я налево. Ау, убит, убит! Ау, прошу прощения за мой французский, но это было реально больно. Пока я был на мертвяке, наши успели очистить ближайшую половину здания и установить первую бомбу. Я уже ответ собрала. Тихо-тихо, где? Желтых? Да нет, наши. Желтые, желтые! Желтый слева! Желтый слева! Где он горит? За 7-0. Пошли дальше, пошли дальше. Слева противник подбегает. Слева с мертвяка. Бомба установлена! Этот раунд снова за нами. Вторая бомба установлена! И напоследок один раунд за оборону. Заходит, заходит. Давайте, дайте им ближе подойти. Противник решил не ломиться в лоб всеми силами, а большую часть бойцов отправил в обход. Смотри, справа от ангара проходит по окнам. Не дай им подойти к нам. Минус один. Справа. Противник работает по нам из окон справа. Ему удалось снять бойца слева от меня. Нас штурмуют, нас штурмуют. Справа идут, справа идут. Отчаянный, однако, парень в одиночку прорвался вперед, бросил в меня две гранаты, но оба раза промахнулся. А,
оружие. Противник постепенно выкашивает наши фланги, но центр я пока держу. Один за колонной, справа. Противник далеко, но я слышу близкий звук падения гранаты. Но это был отвлекающий маневр. Убит. Это тот самый отчаянный парень нанес ответный удар, но в этот раз он расстрелял меня из электроглока, и все его шары угодили мне точно по пальцам. На этом все. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком, это абсолютно бесплатно. Подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок. Всем удачи и будьте адекватными.